Участников Великой Отечественной войны поздравили в Афипском городском поселении. В мероприятии участвовали Юрий Коваленко, представители депутатского корпуса и Совета ветеранов. Первым в этот день посетили Александра Алексеевича Селиванова. Ветерана поздравили с наступающими праздниками и вручили новогодний подарок. Следующей принимала поздравления Женихова Лидия Федоровна. Пришли поздравить вас с наступающим Новым годом. И вот такой подарок от депутатов и от администрации вам с Новым годом. Спасибо. Да. Хотим пожелать вам еще крепкого здоровья на долгие годы. А мы будем каждый Новый год приезжать поздравлять. Спасибо. А вы живите долго. Спасибо вам. Крепкого здоровья – самое главное пожелание для ветеранов. К сожалению, фронтовиков с каждым годом становится все меньше. Но тем значительнее их подвиг, особенно в преддверии 75-летия Великой Победы. Таисия Ивановна Кравченко на здоровье не жалуется и радушно принимает гостей. Две двоечки с двумя нулями, число красивое идет. Пускай удачи будут с вами весь этот юбилейный год. Спасибо вам, что вы завоевали нам возможность жить. И вот вам тонометр, давление мерять, чтобы было. О, давление у меня всегда нормальное. Можете. Поздравили в этот день и других участников Великой Отечественной войны. Глава Афипского городского поселения Юрий Коваленко подчеркнул, что за их плечами тяжелый жизненный путь и огромный опыт. Пусть в новом году вас ждут только положительные эмоции, отметил он.